Государственная дума Российской Федерации приняла постановление об амнистии к 70-летию Победы. В ее рамках в Чувашии могут быть освобождены около 450 осужденных граждан. Под амнистию попадут заключенные, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, лица, которые имеют определенные заслуги перед государством, военнослужащие, участники боевых действий в Чечне, в Афганистане и в других странах, сотрудники органов внутренних дел. Возможность досрочного освобождения получат несовершеннолетние, мужчины и женщины старше 55 и 50 лет соответственно, инвалиды первой и второй группы, онкобольные третьей и четвертой стадии и больные открытой формы туберкулеза. На сегодня пока освобожденных нет, но они могут быть освобождены немедленно, скажем, завтрашнего дня, если будут представлены материалы начальниками колоний, и они утверждаются, будут прокурором по надзору за исполнение закона Чувашской Республики. Постановление об амнистии к 70-летию Победы будет действовать в течение 6 месяцев. Как отмечают сотрудники прокуратуры Чувашии, амнистия не коснется особо опасных рецидивистов, лиц, осужденных за убийство, терроризм, взяточничество и другие тяжкие преступления. Татьяна Леонтьева, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.